Всем большой привет! Начинаю для вас снимать мастер-класс, но, как обычно, без травм мне обходится. Вот, но если я буду ждать, пока все у меня заживет, то вы мастер-класса в этом году не увидите. Итак, мы с вами будем вязать платье для куколки Пала Рейна. Платье будет вот такого плана. Нет, не будет. Мы будем с вами вязать платье для куколки Пала Рейна. Для этого нам с вами понадобятся спицы номер 2, пряжа подходящая. Я буду вязать из пряжи Alize Sal Simli. Здесь у нас в 100 граммах 460 метров. В принципе, может подойти пряжа 100-граммовая, 550 метров Alize Angora Gold, Angora Gold Batik. Вот. Плотность вязания, девочки, у меня на 1 сантиметр 3 петли. Если кто вяжет слишком расхлябанно, то берите лучше пряжу потоньше. Давайте приступим. Для начала нам с вами надо будет набрать 38 петель и провязать один лицевой ряд. Провязали первый ряд. Все это у нас будет установочный. И сейчас будем считать вот этот ряд лицевой и как первый. Сразу делаем... Распределяем петли на планку, рукава, спинку и перед. Значит, первое у нас кромочную мы снимаем. 3 петли планки у нас будет. Планку вяжем всегда лицевыми петлями. Далее у нас идет с вами 3 петли лицевой спинки, одной полочки спинки. Далее делаем накид. Накиды делаем произвольно. Кромочная. Накид, 5 лицевых, это у нас рукав, опять делаем накид, лицевая, накид, то есть накид, кромочная, накид. Далее у нас будет 10 петель переда, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее делаем накид. Линия реглана, накид, 5 петель, 4, 5 петель рукава, опять делаем накид, лицевая, накид, 3 петли спинки, второй полочки спинки, далее идет у нас 3 петли планки, и в этом ряду мы сразу делаем отверстие под пуговички. Как делаем? Первое провязываем лицевую, потом делаем накид, 2 вместе с наклоном влево и кромочная. Кромочную провязываем изнанкой. Значит, изнаночный ряд вяжем по рисунку. Планки мы вяжем лицевыми петлями постоянно. И накиды все провязываем открытыми. Давайте один раз я вам покажу, как это сделать. Значит, первую петельку мы снимаем. Это у нас кромочная. Далее идет у нас 3 петли планки. Тут у нас был накид под пуговичку. Провязываем его открытым. Далее идет лицевая. То есть вот 1, 2, 3 петли планки. Далее вяжем с вами 3 изнаночные. Это у нас получается полочка спинки. Одна половинка спинки. Далее у нас идет с вами накид. Мы его провязываем открытым. То есть не скрещенным ничего, а открытым. Чтобы у нас были красивые отверстия, такие дырочки. Ажурные. Следующий накид также мы провязываем открытым, также изнаночной петлей. Далее у нас 5 петель идет рукава, также провязываем изнаночными петлями. Накиды провязываем открытыми, также изнаночными петлями. Петли переда, это 10 петель, у нас с вами будет здесь изнаночных, потому что мы вяжем по рисунку. Доходим до накида, вяжем его открытым, изнанка, открытый накид, опять вяжем изнаночной петлей. Далее провязываем 5 изнаночных петель, это у нас петли рукава. Далее у нас получается опять накид, провязываем его открытым. Регланная линия идет далее, провязываем изнаночной петлей. Опять накид провязываем изнаночной открытой, 3 петли
Спинки провязываем также изнаночной петлей, и планку мы провязываем лицевой, лицевыми петлями всегда. В третьем ряду мы с вами будем уже вывязывать прибавление по линии реглана, и при этом также будем расширять рукав, потому что нам его надо сделать фонариком. Первую петельку снимаем. Далее вяжем 3 лицевые, 3 петли планки, 4 лицевые, это у нас с вами получается уже одна половинка спинки. Дальше делаем накид, лицевая, накид. Здесь у нас с вами образовалось, было 5 петель, стало 7 петель. И после каждой петли мы должны с вами сделать накид. Мы сделали после регланной линии накид, раз. Далее, лицевая, накид. Лицевая, накид, это третий, лицевая, накид, четвертый, лицевая, накид, пятый, лицевая, накид, шестой, лицевая, накид, седьмой, лицевая, накид. После линии реглана у нас с вами должно получиться 8 накидов. Вот проверьте себя. Значит, вот у нас линия реглана, накид до линии реглана, накид после линии реглана. И далее у нас идет вместе вот с этим накидом, должно получиться всего 8 накидов. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вот это 8 накид. Далее мы провязываем регланную линию, делаем накид. Здесь у нас уже прибавилось попереду 2 петли, значит, у нас с вами будет 12 петелек. Провязываем 12 петелек. Делаем накид перед регланной линией, провязываем регланную линию лицевой. После каждой лицевой петли на рукаве мы делаем также накид. То есть всего у нас должно получиться 8 накидов вместе с накидом после реглана. То есть вот этот считаем 1, далее 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид и 8 накид. Далее вяжем линию реглана, делаем накид, 4 лицевые петли второй половинки спинки. Здесь у нас далее идет полочка, планка, 3 лицевые петли. С изнаночной стороны мы по линии реглана накиды провязываем открытыми, чтобы у нас были вот такие дырочки, а которые накиды мы делаем для рукава, мы вяжем их закрытыми. Давайте один рукавчик я вам покажу, как вязать, а остальное провяжите самостоятельно. Вяжем четвертый ряд, разворачиваем вязание, провязываем первую петельку, снимаем, вяжем 3 петли лицевыми, это будет планка. Далее у нас с вами идет по узору, да, 4 изнаночные петли провязываем, это у нас получается петли спинки. Далее идет у нас накид перед регланной линией, мы его провязываем открытой, регланную линию провязываем изнанкой. После регланной линии, которой накид идет, мы также провязываем его открытым, изнаночной. А все остальные накиды, не довязывая один, мы провязываем закрытыми. Так, закрытыми изнаночной петлей. То есть вот сейчас вяжем изнанка, видите, накид, мы его провязываем скрещенным, ну, как закрытый накид называется. Вот, провязали. Один провязали накид скрещенным. Второй скрещенный накид. Третий. Мы их провязываем вот не за вот эту переднюю стеночку, получается, а за заднюю. Вот он. Подхватываем вот так. Вот. И провязываем изнанкой. Это у нас четвертый получился накид. Пятый.
6. А вот этот вот последний накид, смотрите, у нас же здесь регланная линия идет. Мы его провязываем, этот открытый будет, а вот этот у нас будет закрытый. Вот, довязали. Этот мы провязываем накид около регланной линии открытым. Далее регланная линия. После регланной линии опять накид провязываем открытым. И до конца, до следующего рукава, до следующей регланной линии, здесь мы провязываем изнаночными петлями. Вот, дошли до линии реглана. Этот накид мы провязываем открытым, чтобы у нас дырочки были. Далее провязываем линию регланной изнанкой. Этот накид тоже провязываем открытым изнаночной петлей. Все накиды, которые мы сделали для рукава, опять-таки вяжем скрещенными. И при этом мы не довязываем один накид, который до линии реглана, его мы опять-таки будем провязывать открытым. Давайте довяжем вместе. Я надеюсь, что вам понятно. Это делается для того, чтобы отделить, вот, чтобы у нас линия реглана с вами была красивая, такая ажурная, а сам рукав у нас будет без дырочек. Провязываем все накиды здесь скрещенными до последнего накида. Вот мы довязали. Видите, у нас остается последний накид, линия реглана, и после линии реглана еще один накид. Этот накид мы провязываем открытым за переднюю стеночку. Далее изнаночная петля, опять открытый накид. И уже до конца ряда вяжем по узору. Да, как видим, так и вяжем. Видим изнанку, вяжем изнанкой. Планку мы всегда вяжем лицевыми петлями. Так, пятый ряд у нас с вами. Вяжем 3 петли планки лицевыми петлями. Далее у нас с вами будет уже 5 петель одной стороны, да, спинки. Делаем накид, линию реглана провязываем, накид. И здесь на всех, после каждой петли, на петлях для рукава мы делаем опять-таки накид. Давайте будем вместе с этим считать. Мы сделали, да, после линии реглана накид, провязываем лицевую, накид, лицевая, накид. И так до конца здесь рукава. Так, давайте скажу вам, сколько получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15 16. Вот 15 и вот этот вот 16 у нас с вами накид. То есть мы сделали с вами 16 накидов после линии реглана. Далее мы вяжем линию реглана, делаем накид и провязываем лицевыми все петли переда до следующей линии реглана. Провязали, делаем накид, лицевая, и до конца линии следующей, да, на всех, после каждой петли, на рукавах мы делаем также накид. Также у вас должно быть получиться 16 накидов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Провязываем последнюю лицевую, да, рукава, делаем накид, это 16 будет. Провязываем линию реглана, делаем накид, провязываем петли спинки и полочку. Изнаночный ряд, я думаю, вы уже сможете связать самостоятельно. Петли планки мы вяжем все время лицевыми. Значит, как в предыдущем ряду, значит, до линии реглана и после линии реглана накиды мы вяжем открытыми. Все накиды, которые предназначены для рукава, мы вяжем закрытыми, то есть скрещенными, для того, чтобы у нас было плотное полотно вот такое вот, без дырочек. И давайте встретимся с вами в лицевом ряду. Вяжем с вами далее. Первую петельку снимаем как кромочную. 3 петли у нас планки. 6 петель спинки идет, делаем накид, лицевая, накид. Здесь у нас получается петли рукава мы больше не прибавляем, да, так как мы прибавляли до этого, просто вяжем лицевыми петлями, то есть лицевой гладью. У вас здесь должно получиться 31 петля. Так, давайте сейчас петли рукава быстренько провяжем. Запутаться вы не должны, потому что линия реглана у нас ярко выражена. Вот, довязали до линии реглана, делаем накид, лицевая, накид и провязываем все петли переда. Смотрите, нам с вами нужно по линии реглана сделать 6 прибавок. Мы уже с вами сделали 1, 2, 3 прибавки. В этом ряду у нас, вот сейчас мы провязали четвертую, и нам еще нужно сделать 2. То есть всего у нас должно быть 6 вот таких дырочек, вот таких, для ориентира. Я думаю, что это вы сможете сделать самостоятельно. Изнаночный ряд мы вяжем с вами по узору, то есть изнаночные петли изнаночными, а накиды вяжем открытыми, также изнаночными петлями. Петли планки вяжем лицевыми. Давайте провяжем по регланной линии эти 6 прибавок. Да, всего 6, девочки, не запутайтесь. То есть 3 мы сделали, вот это в этом ряду 4, и еще нужно будет сделать 2. И встретимся с вами. Провязали. Вот так у вас должно получиться по линии реглана. Сейчас покажу. Вот 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отверстий. А в этом ряду мы с вами будем сокращать петли рукава. Для этого мы с вами будем петли рукава провязывать по 2 петли вместе лицевой. Давайте начнем. Первая петелька у нас кромочная, мы ее снимаем. Далее 3 петли планки идет. Далее провязываем 10 петель спинки лицевыми. Раз, два, три. Десять петель у нас получится с петлей линии реглана. Видите, вот она у нас переходит на спинку. Далее что мы делаем? Мы просто провязываем по 2 вместе лицевой. Сколько получится у нас? Если здесь у нас с вами должно быть 37 петель. 37, естественно, на 2 не делится. Одна петелька у нас лишняя. То есть мы 36 петель провязываем по 2 вместе, да, лицевой, а 37 просто провяжем лицевой. Просто вяжем 2 вместе лицевой, и все. Раз. Вот 2 вместе лицевой. Я делаю с наклоном влево, кому как удобно. Девочки, у меня классические петли. Я вяжу классическими петлями, и у меня вот эта вот петля развернута вот так. Да, то есть вот эта вот стеночка ближе ко мне. Кто вяжет бабушкиными петлями, то, может быть, им легче будет по-другому делать. Да, и 2 вместе провязывать. Так, значит, мы с вами провязали 1, 2, 3 раза. 2 вместе. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот 18 раз мы провязали 2 вместе лицевой. И вот у нас осталась вот эта 37-я петля, которую я сказала. Мы просто ее провязываем лицевой. Далее вяжем по узору, просто не прибавляя петли, просто лицевой до следующей линии реглана. Вот довязали до линии реглана, провязываем линию реглана лицевой. Здесь просто провяжем симметрично, сделаем вот это, как будто бы у нас 37-я петля. Провяжем здесь лицевой просто. И далее вяжем по 2 вместе лицевой до следующей линии реглана. До линии реглана мы с вами провязали. И здесь до конца ряда увяжем уже просто лицевыми петлями. И в конце 3 петли планки у нас с вами. Раз, два, три. Значит, не забываем делать отверстия для пуговичек после... Я делаю после каждой 9-й вот такой вот полосочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас уже провязано, да, вот эти изнаночные дорожки. И вот получается, когда у нас будет с вами здесь 9, тогда мы сделаем отверстие под пуговичку. Изнаночный ряд мы вяжем по узору, то есть как видим, так и вяжем. То есть полностью изнаночными петлями и встречаемся в лицевом ряду. Провязали. Все, в этом ряду мы будем отделять рукава от переда и спинки. Будем закрывать петли рукава изнаночными петлями. Так, первую петелечку мы снимаем. Далее вяжем 3 петли планки. 10 петель спинки лицевой гладью вяжем. То есть лицевыми петлями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Далее закрывать начинаем. Как? Вяжем изнаночная, изнаночная и протягиваем. Закрываем точно так же, как обычно, только не лицевыми, а изнаночными петлями. Вот так. И так до линии, и так до линии реглана. Вот дошли до линии реглана, мы ее тоже захватываем, закрываем изнаночной, и у нас на этой спице получается одна петля остается, и она у нас продолжает линию реглана. Дальше перед мы провязываем до следующей петли реглана. Значит, здесь мы с вами закрыли 19 петель рукава. И также закрываем на втором рукаве. Здесь мы линию реглана провязываем. Далее идет у нас, провязываем 2 изнаночные и далее первую изнаночную накидываем на вторую. И так делаем 19 раз. Старайтесь не сильно затягивать, чтобы рукав у нас, ну, не сильно был стянут. Давайте довяжем это самостоятельно. Вот мы с вами дошли до линии реглана. Также ее захватываем здесь. Провязываем 2 вместе изнанкой. Одна петелька у вас остается на этой спице. Здесь мы провязываем 9 лицевых. Всего у нас получится 10. 5,
6, 7, 8, 9, 10, и 3 петельки планки делаем. В изнаночном ряду вот у нас рукавчики сформировались. В изнаночном ряду вяжем следующим образом. Первую мы снимаем, далее вяжем 3 петли планки лицевыми петлями, провязываем 9 изнаночных, то есть одну не довязываем, да, петельку, и провязываем вот самую последнюю петельку и первую петельку переда, 2 вместе изнаночные. Так, подхватываем 2 петельки и провязываем их изнанкой. Все, довязываем, дальше провязываем все петли изнаночными до последней петли переда . Вот, довязали. И получается последнюю петельку переда и первую петельку спинки, да, здесь также провязываем 2 вместе изнанкой. Вот таким образом. Немножко надо подтянуть, чтобы было тут плотненько у нас. И далее вяжем 9 петель изнаночными и 3 петли планки. Вот мы с вами соединили наш перед и спинку. Сейчас можно померить на куколку. Мне поможет моя клавушка. Рукавчики получились пышные, фонариком. Вот так. Все, и сзади все у нас хорошо. Вот. Далее мы с вами провяжем просто лицевой гладью 4 ряда. То есть лицевая, изнаночная. И встретимся с вами. Так, мы с вами провязали 4 ряда. И вот так у нас получилось. Сейчас нам нужно будет с вами начинать вязать уже юбку платья нашего. Но перед этим хочу вам показать несколько вариантов. Да? Первый вариант вы видели. Это получается вот такое платьишко, которое не сильно расклешенное. И здесь у нас с вами присутствует 5 рапортов узора. Я еще связала платье, где присутствует 9 рапортов узора. Вот, оно получается более пышное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, пряжа не передает, конечно, блеск. Камера не передает. Не видно, наверное, вам, да, блестит, как оно красиво переливается. Ну, ладно. Значит, смотрите, можно связать разный вариант. Сейчас мы с вами будем вязать среднее между вот этим платьем и вот этим. То есть я хочу взять и связать 7 клиньев. Кому нравится вот такой вариант, и с другой также это, видите, однотонный, да, у меня получился. Это у меня получается 2 разные пряжи. Вот такой вариант, да, из 5 клиньев. Что нам нужно для этого? Значит, раппорт узора у нас составляет с вами 8 петель, и плюс 5 петель мы должны добавить для симметрии. Здесь у нас с вами получается 42 петли, не считая петель планок. То есть планки я вообще не считаю, а именно вот по центру 42 петли у нас. Далее, что у нас получается? Для того, чтобы связать 5 рапортов узора, нам с вами нужно, значит,
8 умножить на 5, да, это получается 40 плюс 5 петель симметрии. Это надо будет, чтобы у нас с вами вот по этой линии было 45 петель. Так как у нас 42, то есть в произвольно вы добавляете 3 петли, у вас получается 45, и вы продолжаете вязать уже 5 вот таких рапортов, да, 1, 2, 3, 4, 5. А вот кто хочет связать более широкую, да, юбку, это вот такую, допустим, 9 клиньев, это у нас получается с вами 8 умножаем на 9 будет 72, плюс 5 это 77 петель, то есть нам надо с вами прибавить здесь 35 петель, а у нас на спицах 42. Как видите, здесь я просто прибавляла в произвольном, да, произвольно, практически через каждую петлю делала просто накид. Вот он. И далее уже провязала даже не закрытый накид, а открытый, так как у нас получается юбочка такая вот ажурная. Вот в моем случае я возьму другую пряжу, хочу взять, девочки, вот такую зелененькую, так как у нас Новый год и не хочется повторяться, да, вязать опять голубое платьишко. Вот юбку буду вязать с этой пряжки. Вот, кстати, на зеленом цвете, это не сильно зеленый, это больше света такой зелененький, видно, да, как рюлекс блестит. Вот жалко, что на белом вот не видно, а здесь вот идет прям такой красивый-красивый мультиколор. Так как я буду вязать 7 клиньев, получается, что так как раппорт узора равен 8, 8 умножаем на 7, у нас получается 56 петель плюс 5, это 61 петля. То есть мне нужно будет прибавить вот на этих петлях 19 петель. Но перед этим мы с вами как бы подготовим и провяжем, такой переход сделаем, чтобы было понятно, будем что делать. Это вот такую вот, как мережку, да? Переход от светлого цвета к более к темному, для того, чтобы здесь потом вставить нам с вами вот такие завязочки. Здесь я так не вязала, делала, видите, много таких вот воздушных петель, потому что было много, нужно было прибавить, да, петелек. И, в принципе, если мы, ну, я захочу, то я могу просто веревочку вставить вот в эти петли. То есть мережка тут вообще не нужна была. Так, значит, что делаем мы для того, чтобы провязать мережку? Берем пряжу другого цвета и провязываем 2 ряда просто лицевыми петлями. То есть по лицевой стороне лицевая петля будет у нас, и с изнанки тоже будет лицевая петля. Для чего это так делается? Когда мы провязываем здесь вот, сразу провяжем, если изнаночной петлей, то у нас с вами вот здесь вот петелечки получатся не синего, допустим, цвета, да, в моем случае не зеленого, а будет вперемешку зеленый со светлым. А так мы сделаем как будто бы установочный ряд этого цвета. Провяжем здесь также изнаночной, да, с той стороны это у нас получится лицевыми петлями. И у нас с вами получится вот такой плавный переход. Давайте провяжем эти два ряда самостоятельно по лицевой стороне лицевыми петлями и по изнаночной стороне также лицевыми петлями. Провязали. Следующий ряд мы вяжем с вами 3 петли планки. Девочки, не забываем делать отверстия под пуговички. Вот здесь, в моем случае, мы, ну, уже провязали 2 отверстия. Так, получается, вяжем 3 петли планки. И далее вяжем накид 2 вместе, накид 2 вместе, накид 2 вместе, накид 2 вместе лицевой, накид 2 вместе лицевой, и так до конца ряда. С изнаночной стороны вяжем по рисунку, то есть все будет у нас провязываться изнаночными петлями, накиды провязываем открытыми, для того, чтобы у нас с вами вот такие дырочки оставались. Провязали. Вот так у нас с вами получилось. Сейчас мы с вами вяжем полностью ряд лицевыми петлями, а с изнанки провяжем также лицевыми петлями и будем делать прибавление. Напомню, что мы с вами будем вязать в этом варианте 7 клиньев. Значит, нам надо с вами прибавить 19 петель. Давайте этот ряд провяжем самостоятельно, а там я уже вам расскажу, как с изнанки сделать прибавление. Так, с изнаночной стороны делаем прибавки.
Вяжем весь ряд лицевыми петлями и при этом делаем прибавки из протяжек. Следующим образом. Вяжем 3 лицевые. Прибавка. Прибавку берем вот снизу. Набрасываем сюда. И провязываем лицевой скрещенной. Прибавили. Дальше прибавку делаем до конца ряда через 2 петли далее. Провязываем 2 лицевые, опять прибавку и провязываем ее лицевой скрещенной. Палец болит, девочки, немножко сложно вязать. Опять провязываем 2 лицевые, делаем прибавку из протяжки, вот, ну, из не из петли предыдущего ряда, а именно из протяжки, да, вот, которая между петлями у нас нитки есть. Опять набрасываем, провязываем лицевой скрещенной, опять провязываем 2 лицевые, опять вытаскиваем протяжку, провязываем лицевой скрещенной, 2 лицевые. И так до конца ряда, после каждой второй петли делаем прибавление. Если кому-то из протяжки тяжело, делайте просто накидом. И здесь, не довязывая петли планки, у нас с вами останется 3 петли. И получается, здесь мы сделаем последнюю прибавку, и далее провязываем 3 лицевые, и потом далее 3 петли планки. Вы видели, да, что вначале мы же здесь провязали 3 лицевые, поэтому и нам тут тоже надо провязать 3 лицевые, чтобы у нас все было симметрично. Давайте провяжем это самостоятельно, вот, и встретимся в лицевом ряду. Все, мы с вами провязали, петли прибавили, между петлями планки у вас должно получиться 61 петля. Сейчас переходим к схеме уже юбки. Я вам сейчас вставлю на экране саму схему. Как видите, схема состоит из 63 рядов. Мы вязать все 63 ряда не будем. Мы провяжем до 39-го, да, до 39, до 37-го ряда включительно. Это у нас с вами получится. Вот раз, два, три, четыре таких вот воздушных, как бы как сердечек. Тут приведена вся схема. Полная, кто хочет вязать платье длиннее, то есть может продолжать дальше до конца, и там вы уже алгоритм, как прибавлять петли, вы поймете уже, можете связать большое там платье длинное в пол. А мне достаточно связать всего вот 37 рядов. Ну, давайте приступим. Первый ряд у нас идет как бы установочный, он повторяется, первый и второй ряд этой схемы. Мы с вами вяжем как 3 петли планки. Не забываем считать и делать отверстия под пуговички. Провязываем 3 петли планки. Далее 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. И так далее до конца ряда. В конце ряда у вас получится 3 лицевые и 1 изнаночная. С изнаночной стороны петли вяжем по узору. То есть, какую видите, такую и провязывайте. Если видите 3 изнаночные, значит вяжем 3 изнаночные. А если видите изнаночную, значит, если видите лицевую, то вяжем лицевой. Давайте провяжем эти два ряда самостоятельно. Они очень легкие. И встретимся в третьем ряду нашей схемы. Третий ряд. Вяжем 3 петли планки. Далее у нас по схеме идет изнаночная, накид, 3 вместе лицевой. Я буду провязывать следующим образом. Первую петельку я снимаю, третью и вторую вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накидываю первую петлю на эти 2 провязанные. Вот так получается. Далее вяжу накид по схеме. Изнаночная, накид. 3 вместе лицевой, накид. Все, раппорт узора у нас закончился. Опять-таки повторяем, второй раз повторяю.
изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид. Так вяжем до конца ряда. С изнаночной стороны петли вяжем по рисунку. 5-й ряд. 3 петли планки. 1 изнаночная. 3 лицевые. 1 изнаночная. Накид. 3 лицевые. Накид. Это один раппорт у нас с вами. Еще раз повторяю. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, накид, 3 лицевые, накид. Так вяжем до конца ряда. 7-й ряд. 3 петли планки. Далее вяжем изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, лицевая. Раппорт закончился. Еще раз повторяю. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, лицевая. Так повторяем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно по узору. Накиды, как вы понимаете, довяжем открытыми, чтобы у нас вот такие были красивое ажурное полотно. 9-й ряд. 3 петли планки. Изнаночная. 3 лицевые. Изнаночная. 5 лицевых. Это у нас раппорт получается. Еще раз повторяю. Изнаночная. 3 лицевые, изнаночная, 5 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору. 11-й ряд. Первая петля кромочная. 3 петли планки. Изнаночная, накид. 3 вместе лицевой. Накид, изнаночная. Накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид. Раппорт узора у нас с вами закончился. Еще раз повторяю. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид. И так вяжем до конца ряда. С изнаночной стороны вяжем узор по рисунку. Накиды вяжем открытыми. 13-й ряд. 3 петли кромочной. Изнаночная. 3 лицевые. Изнаночная. Лицевая. Накид. 3 вместе лицевой. Накид. Лицевая. Раппорт один мы провязали. Еще раз показываю. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая,
накид, 3 вместе лицевой, накид, лицевая. Далее вяжем также изнаночный ряд, вяжем по узору. 15 ряд, 3 петли планки. Далее изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, накид, 5 лицевых, накид. Все, раппорт один мы провязали. Повторяем его. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, накид, 5 лицевых, накид. Так, продолжаем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Вот у нас как уже получается. Я думаю, видно. Так, вяжем дальше 17 ряд. Первую снимаем, кромочная. Далее 3 петли планки. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид, лицевая. Все, один раппорт провязали. Еще раз показываю. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид, лицевая. Вяжем так до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. 19 ряд. Три петли планки, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые. Так, раппорт у нас закончен. Еще раз повторю. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые. Так, вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору и самостоятельно. Встречаемся с вами в 21 ряду. 21 ряд. Кромочную снимаем. 3 петли планки, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, накид, 7 лицевых, накид. Все, раппорт один у нас закончен. Еще раз повторяю: изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, накид, 7 лицевых, накид. Так, повторяем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору. 23 ряд. 3 петли планки, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, лицевая, еще одна лицевая, накид, лицевая. Раппорт узора у нас закончен. Еще раз показываю.
изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору. 27 ряд. 3 петли планки. Изнаночная. 3 лицевые. Изнаночная. 2 лицевые. Накид. Лицевая. 3 вместе лицевой. Лицевая, накид, 2 лицевые, раппорт закончен. Еще раз повторяю, показываю. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид и 2 лицевые. Повторяем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. 27 ряд. 3 петли планки. Изнаночная. Накид. 3 вместе лицевой. Накид. Изнаночная. 3 лицевые. Накид. 3 вместе лицевой. Накид, 3 лицевые. Провязали один раппорт. Еще раз повторяю. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, накид, 3 лицевые. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно по узору. 3 петли планки, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, накид, 9 лицевых, накид. Раппорт закончился. Еще раз провяжем. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, накид, 9 лицевых, накид. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору самостоятельно. 31 ряд. Первая кромочная, 3 петли планки. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой, 3 лицевые, накид, лицевая. Закончили раппорт. Еще раз повторим. Изнаночная, накид, 3 вместе изнанкой, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой, 3 лицевые, накид, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по рисунку самостоятельно. 33 ряд. 3 петли планки. Изнаночная. 3 лицевые. Изнаночная. 2 лицевые. Накид. 2 лицевые. 3 петли вместе лицевой. 2 лицевые. Накид. 2 лицевые. Раппорт мы один провязали. Видите, уже у нас
Очень хорошо вырисовываются вот эти сердечки, как бы я их вижу как сердечки. Повторяю. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Продолжаем так вязать до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. 35 ряд. 3 петли кромочная, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, накид, изнаночная, 3 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид, 3 лицевые. Раппорт закончили. Еще раз провяжем. Изнаночная, накид, 3 лицевые, накид, изнаночная, 3 вместе лицевой здесь, накид, изнаночная, 3 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид, 3 лицевые. Вяжем так до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно по узору. 37 ряд. 3 кромочные, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 4 лицевых, накид, 3 вместе лицевой, накид, 4 лицевых. Раппорт провязали. Еще раз повторю. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 4 лицевых, накид, 3 вместе лицевой, накид, 4 лицевых. Так, вяжем до конца ряда. И встречаемся в лицевом ряду. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Все, провязала 38 рядов, как и хотела. Если кто хочет платье вязать длиннее, продолжайте по схеме и вяжите столько, такую длину, которую вы хотите. Меня устраивает именно эта длина. Значит, по сантиметрам у меня получилось практически 10 сантиметров. Вот. Далее я буду петли закрывать при помощи крючка. Кто со мной давно вяжет, знает, да, что я люблю этот способ. Вот, значит, как мы это делаем? Снимаем первую петлю, делаем 3 воздушные петли. Далее поддеваем следующие 2 петли и все 3 провязываем вместе. Опять делаем 3 воздушные петли, поддеваем следующие 2 петли, просто их переснимаем на крючок и провязываем 2 вместе. И таким образом у вас получится вот такой красивый волнистый край. Давайте это закончим все самостоятельно, и я вам покажу, что уже получилось в итоге. Вот что у нас с вами получилось. Вот такая красота. Значит, осталось нам сделать шнурок, завязочку сделать, может быть, как-то украсить. Я думаю, что я сделаю на этом платьишке наклейку. Результаты я покажу вам уже в конце. Давайте померим на куколку. Вот так вот. Длина очень даже неплохая. Если кто будет вязать также с пряжи Salsimli, видите,
сама пряжа и юбочка, она держит форму. Но можно немножко отпарить, только аккуратно, аккуратно с изнаночной стороны и такими легкими ударами. Эта пряжа же у нас с люрексом, может поплавиться. Вот. Вот так вот. Давайте я закончу уже декор и потом покажу вам в конце, что у меня получилось. Ну вот как получилось после оформления. Видите, все три платья выглядят по-разному. Это 5 клинышков. Здесь у нас с вами 9. А здесь у нас с вами 7. Все, спасибо всем, кто вязал со мной. Встретимся с вами в следующих мастер-классах.